Муниципальное предприятие ДРСУ приступило к финальному этапу работ по реконструкции внутриквартальной улицы Стрийской. Постепенно она обретает новый вид. Ее капитальный ремонт начался в 2016 году. Вначале заменили старый бордюрный камень на новый, который установили согласно новой современной технологии. Затем улицу защебнили. Теперь ведутся работы по укладке асфальтового покрытия. Директор ДРСУ Сергей Пчела отметил, что первоначально улицу Стрийскую планировалось выложить одним слоем асфальта. Однако от этой идеи пришлось отказаться. Мы приступили к переходящему объекту 2016-2017 год. Значит, в прошлом году на сумму 120 тысяч лей нам был проложен асфальт до определенного в районе 100 метров. После этого в этом году, согласно нашему графику, мы приступили к освоению улицы Стрийской внутриквартальки до 20-го дома в том числе. Значит, это один из этапов, который будет идти до ресторана «Эльдорадо». Значит, до этого, в прошлом году, у нас были тут выставлены бордюры. Сейчас, перед тем, как укладывать асфальт, мы сделали первый, это самое, защебнили дорогу. Сейчас ставим первый слой. И после первого слоя в обязательной форме будет второй слой. Второй слой ставится для того, чтобы асфальт не был потресканный. Мастер ДРСУ Василий Маслов уточнил телеканалу БТВ, что от толщины асфальта зависит предполагаемый период эксплуатации дороги. Поэтому улицу Стрийскую выложат в два слоя. Не получается новую дорогу делать одним слоем. И нет такой технологии, чтобы делать одного слоя. Всегда делается первый слой и даже в три слоя делается. Ну ладно, здесь мы делаем два слоя, потому что нас... Мы не будем делать 15-16 сантиметров, но хотя бы 7-8 сантиметров, чтобы эта дорога хоть держала хоть 5-6 лет, потому что мы не будем деньги тратить просто впустую. В Бельцах начался капитальный ремонт дорог и обустройство городской территории. Помимо центральных улиц, в порядок также приводят внутриквартальные улицы.